Федеральная программа «Старшее поколение» поможет будущим пенсионерам. Например, они могут освоить новые профессии, обратившись в центры занятости. О том, как действует проект «ЗАТО Александровск» – следующий материал. Учиться никогда не поздно. По предварительному опросу в ЗАТО «Александровск» среди 194 трудоустроенных на сегодня граждан предпенсионного возраста 48 заявили желание поучаствовать в программе «Старшее поколение». Причем 39 опрошенных готовы полностью сменить трудовую деятельность. Проект предусматривает не только повышение квалификации, но и обучение новым, более востребованным профессиям. Приступить к обучению по этой программе могут как занятые, так и незанятые граждане предпенсионного возраста. Средний срок обучения будет около 3 месяца. В период обучения из средств федерального бюджета будет выплачиваться стипендия порядка 16 000 рублей в месяц. И федеральный бюджет в среднем на одного гражданина затратит конкретно на его обучение около 30 000 рублей. После окончательного сбора и обработки информации служба занятости обратится в учебные заведения области, готовые помочь в реализации программы. В 2019 году пройти курсы повышения квалификации или получить новую профессию смогут 346 будущих пенсионеров. Рассматриваются возможности обучения как без отрыва от производства в нерабочее время, либо дистанционно, так и в очном порядке для нетрудоустроенного населения. Мы приглашаем граждан предпенсионного возраста, которые на данный момент не работают и не зарегистрированы в центре занятости, прийти к нам, обратиться, заявить о себе, о своем желании приступить к профессиональному обучению. Что касается Мурманской области в целом, к 2024 году она должна занять 5-е место в Северо-Западном федеральном округе по количеству переобученных людей предпенсионного возраста.